Госкапитализм. Да. Чем нынешние капитаны бизнеса лучше олигархов 90-х? Тем, что вы их знаете, им доверяете? Я и тех всех знал, и этих знаю. Разница тогда в том, вы не были президентом? Ну, я был председателем правительства, и президентом стал в 2000 году. Да. Я всех их знал. И со всеми работал. И... Нет, дело не в том, что кого-то закручивать, там что-то откручивать, и отрывать всякие места. Дело совершенно не в этом. Дело, знаете, в чем? Не допускать к управлению страной. Не влиять на политические решения. Ясно, что и тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы. Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней, и в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются. А пытаются? Да, собственно говоря, уже и нет. Они поняли, что это невозможно, и даже и не лезут. Объясняли? Ну, они борются за свои интересы. Ну, например, сейчас обсуждается вопрос с нашими партнерами по, скажем, по Евразес, да? По ценам вот, на нефть, на газ. Угу. Ну, конечно, они отстаивают свою позицию, это понятно. Но они не пытаются влиять, ну, как бы изнутри. Они просто объясняют свою позицию, там, доказывают, что они правы. Но это касается узкого сегмента их практических интересов. Но это естественно. А то, что государство так активно вот последние годы лезет в экономику, то, что вот эти госкорпорации, которые были, они были созданы там как раз в тучные годы, да? Во второй половине нулевых, когда денег было дофига, и можно было там что-то с ними делать. Это не соответствует действительности. Да, есть разные подсчеты участия государства в экономике. Разные. Кто-то считает, что слишком много государства в экономике, кто-то считает, что нормально. И разные методики дают разные конечные результаты. Как считаете вы? Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация. Значит, у нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только 7 или 8 с государственным участием. Если ошибусь, там на одну, это, мне кажется, не важно. Значит, но и то, ведь в чем вопрос? Вопрос не в том, частные они или государственные. Вопрос в том, как они работают. И если реально они работают грамотно, с доходом, приносят доход государству, ну тогда стоит вопрос о том, а это что, самоцель, что ли, приватизация или нет? Вот в Канаде, например, я разговаривал в свое время с коллегой из Канады. Они взяли и приватизировали железную дорогу. Ну и чего? Американцы купили. Они 100 раз пожалели, что продали. Надо быть очень аккуратным здесь и принимать взвешенные решения. Кроме всего прочего, компании с госучастием являются самыми крупными налогоплательщиками в государственные бюджеты всех уровней. Роснефть номер один, потом Газпром, потом Лукойл, потом там Татнефть есть, Сбербанк. Но Лукойл – частная история? Да. Да, так я про это и говорю. Крупные компании, да. Они самые крупные налогоплательщики. Ну, принято считать, это как аксиома, что государство неэффективно, собственно. Эта аксиома ничего не стоит, если не посмотреть на конкретную работу конкретного предприятия. Общий подход – это средняя температура по больнице. Как вы знаете, очень часто этим аргументом пользуются тогда, когда люди справедливо ставят вопрос о том, что в среднем у нас хорошо, а мне конкретно, и моему соседу плохо. Вот. Также, если перевернуть эту медаль, с другой стороны будет то же самое. Общий подход может быть и правильный, так как методика. Но надо смотреть в данном конкретном случае каждый раз отдельно. То есть вы ничего страшного в реприватизации не видите? Нет, я ничего здесь страшного не вижу. Вот, вы знаете, что вот есть а такие вот большое количество... Юмаша, ваш советник, считает иначе? На то и советники, чтобы высказывать свою позицию. Так. И разные здесь есть подходы, разные точки зрения. И человек, который принимает решение, должен услышать каждую точку зрения. Я так стараюсь и делать. Вот другая проблема предъявляет претензии к Центральному банку. Что он уж много забрал под себя финансовых учреждений. Истратил огромное количество денег, выплатил там большие деньги акционерам и так далее. Но он не акционерам платил в основном. Акционерам-то и не платил почти ничего. Платил гражданам.
чтобы они понесли минимальный ущерб от санации того или другого финансового учреждения. Но дело в конечном итоге. Я знаю, вот люди посмотрят, кто-то рассердится, да, скажет, ну да, вот я там пострадал. Но дело Центрального банка для того, чтобы миллионы не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немеренно у людей, у населения, как это делали застройщики с обманутыми вкладчиками. И потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, там, как обычно. Вот поэтому в свое время нужно было делать эту санацию. Плохо ли, хорошо, это другой вопрос. Вот он набрал, Центральный банк, активы этих финансовых учреждений, но не навечно, и не собирается их вечно держать. Собирается санировать и выводить их на рынок. И такой план у Центрального банка есть. На Берлине мне об этом докладывают. Кстати, о доходах. Как бьется государственная корпорация с рыночными зарплатами топ-менеджеров? Плохо бьется. Ну, когда получают. Плохо, я с вами согласен. По миллиону. Послушайте, меня самого это коробит, честно вам скажу. Владимир Ильич. Я сейчас отвечу. Но не так все просто, как казалось бы, на первый взгляд. Я уже там на этот счет с ними разговаривал. Ответ какой? Там же они нанимают достаточно большое количество иностранных специалистов. Они работают эффективно. И они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоят на международном рынке труда. Но если им платить, то они, как начальники, должны получать больше. То же самое у нас произошло, знаете, с кем? С летчиками гражданской авиации. Вот то же самое сейчас произошло. Мы вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы там, на Боингах, на европейских машинах. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейский и американский стандарт. Теперь военные летчики с удовольствием уходят на кресло второго пилота, потому что в армии стали получать меньше, чем в гражданской авиации. Сразу это перекосило рынок труда, включая Министерство обороны. Поэтому и здесь то же самое. Не, ну, Владимир Ильич, ну, летчики сколько получают? Ну, 500 000 в месяц. Ну, второй пилот где-то, по-моему, 300-350 тысяч. Ну, вот. А топ-менеджеры получают 1 000 000 в день. Ну, в день. Владимир Ильич, ну, что-то как-то... Ну, это, насчет дня... Многовато будет, нет? Насчет дня я не знаю, но многовато. Я с вами согласен. И то, что это там иностранных специалистов как-то, ну... Я... Не сам это. Я... Извините, правда. Не-не-не. Почему? Не сам. Это важно. Не-нет. Это... Но когда... Ну, тогда они должны будут получать меньше своих подчиненных. Платят же. А, ну, пускай получат меньше. Так где-то бывает? Бывает. Или мы будем исключением? Ну... В мире такого нет. Да? Нет. Ну, хорошо. Но меня самого это, честно говоря, задевает и коробит. Я согласен. Скромнее надо быть. Да, это правда. Ну вот. Согласен с вами полностью. Отлично.